Здоровенько, кабаны, с вами Макс Пояснит, и сегодня мы с вами посмотрим на достаточно прикольную, как мне кажется, пару кроссовок от бренда Adidas под названием, достаточно сложным названием на первый взгляд, но на самом деле не очень, LX Con. Как по мне, так это очень крутая пара на весну и на лето. Поэтому я думаю, что всем нам будет очень интересно посмотреть, что это за чудо в этой коробке. Поэтому не вижу смысла ждать. Давайте начинать. Итак, ребятки, больше всего меня раздражает, знаете что, в роликах и обзорах на разные кроссовки. Это куча бесполезной информации, которая нам нахер не нужна. Лично я, когда смотрю обзор на кроссовки, хочу понять лишь одно. Пиздатые они или нет? Советуете ли вы покупать или нет? Так вот, именно сегодня я постараюсь этот обзор сделать именно таким. Минимум информации ненужной и максимум своего мнения. Так вот, ребятки, помните этого толстяка, который снимался в фильме «Мачо и Ботан» и «Мачо и Ботан 2»? Зовут его Джон Хилл. Так вот, именно он совместно с компанией Adidas и создал данную пару кроссовок под названием LX Con. А лично мне пара очень понравилась и зашла. Я уверен, что вам понравится она тоже. Итак, выглядят кроссовки следующим образом. У меня расцветка вот такая, блядь. Итак, выглядят кроссовки следующим образом. Сразу видим, что здесь слишком много разных цветов. Здесь у нас и бирюзовые вставочки, и фиолетовые полоски фирменные Adidas, и серая конструкция, и розово-красные шнурки. И даже здесь на подошве присутствует бирюзовый цвет. И можно сказать, что если вы их наденете, то незамеченными вы не останетесь уж наверняка. Потому что реально кроссовки очень броские и, я бы сказал, красивые. Все эти цвета отлично гармонируют и как бы не заставляют и не вызывают, я бы даже сказал, какого-то отвращения. Стоит данная пара всего-то $120. И я считаю, что для такого пиздатого силуэта эта цена, в принципе, достаточно-таки приемлемая. И если у вас есть возможность, то я рекомендую настоятельно приобрести вам данную пару на весну, либо на лето, потому что сетка присутствует, как бы, и нога потеть у вас не будет, поэтому я считаю, что вы будете чувствовать себя в ней очень даже комфортно. А что хотелось бы отметить по самой подошве, здесь хоть не Boost, а обычная Evo, но тем не менее в подошве присутствует амортизационная система под названием Deep Rain. Короче, она просто, как говорится, глушит сильные удары. И если вы сильно падаете или ступаете на пятку, то более-менее чувствуете себя комфортно. В общем, хоть и нет буста, но тем не менее какая-то технология, система в подошве присутствует. Поэтому, ребятки, за $120 данную пару я рекомендую и советую от себя лично. Итак, стелька у нас здесь, естественно, самая лучшая, арталайтовская, вот такая вот, как обычно. В общем, претензий у меня к данным кроссовкам нет. Впечатления только положительные. Все сделано аккуратно, по совести, на совесть. В общем, ребятки, мне, если честно, кроссовки очень даже зашли. И я думаю, что я себе такие же возьму и на весну, и на лето тоже. Так что, ребятки, дерзайте. А если вам нужны реально кроссовки, то можете брать их там же, где беру, собственно, их всегда и я. Это магазин HubShop, ссылочка на него будет в описании. Поэтому, если вам вдруг понадобятся какие-нибудь кроссовочки, да неважно какие, просто пишите ребятам, они вам найдут где угодно и отправят вам прямо домой. А даже в Россию. Поэтому, ребятки, дерзайте, кроссовочки там, именно там. В общем, и все. Оказывается, что наш Джонни Хилл умеет не только хорошо сниматься в дебильных фильмах, а еще и делать неплохие кроссовки. В принципе, талантливый человек, как говорится, талантлив во всем. И эти кроссовки мне очень даже понравились. Не знаю, как вам, это, естественно, лично мое мнение. Я вам его ни в коем случае не навязываю, но лично по мне кроссовки очень даже крутые и удобные. В общем, и все, ребятки. Спасибо за просмотр. С вами был я, Макс Пояснит. Это были X-коны или что их там, блядь, не могли бы вот реально придумать полегче название для кроссовок. В общем, всем алло, всем здравствуйте, всем до свидания. Подписывайтесь на Инстаграм, потому что там очень крутые истории. И, кстати, да, подписывайтесь на Инстаграм, потому что там очень крутые истории, фотографии. Я там делаю разные спойлеры роликов. В общем, и все. Это был Макс Пояснит, ваш кабан. Все, пока.